Ось мене Олена Бондаренко у нас в гостях. Доброго ранку вам кажу. Приємно, як завжди, бачити хороших людей зранку. До речі, наші телеглядачі можуть знати Олену як журналістку, яка також свого часу працювала на телеканалі Миколаїв, робила чимало хороших програм, але зараз пішла в творчість. Я зараз в руках тримаю друкований варіант книги, але він є в електронному, і саме про це ми і поговоримо. Давай, мабуть, розпочнемо із того, як взагалі народжувалася ідея цієї книги «100 шагов навстрічу». У меня не было цели написать книгу, у меня скорее было состояние, я не смогла ее не написать. Рано, в какой-то момент появилась ситуация в жизни, ну, любовь, первая любовь у каждой девушки, у каждой женщины, она случается, она может быть не первая, но вот такая серьезная, случается рано или поздно. И возникли такие эмоции, которые вот требовали выплеска какого-то. Потом я слышала рассказы, разговоры, и это все накапливалось, и понимала, что у многих людей такое случается в жизни. И как-то вот творческий потенциал. То есть компиляция разных историй? Да. Историй чьих? Не только же своих? Нет, моя история легла в основу скорее эмоционально, даже не сюжетно. Потом я поняла, что это настолько банальная и стандартная любовь, которая не всегда должна даже найти выход взаимности. Об этом написано уже миллионы строк, книг, всего, сняты фильмы, каждый второй, наверное, об этом. Но я решила представить как женскую, так и мужскую точку зрения. Наверное, только этим и отличается. В этом и особенность, да, потому что вот зрители, которые смогут, во-первых, прочитать эту книгу, у вас есть такая возможность, у нас есть в доступе в интернете, здесь пошагово, вот 63, 64, и каждый шаг написан «он» или «она». Как вообще писалось? Ну, «она», понятно, легче писать. Как писался «он»? Знаешь, тоже несложно. У меня очень много мужчин, друзей, которые сталкивались с такими же историями, оказались в таких же ситуациях. Девушки тоже не всегда самые милые, добрые существа, тоже умеют попортить нервы. И я слышала и мужские, и женские версии таких историй. Угу. И складывался какой-то образ единый, средний. Показывала наброски друзьям. Один друг сказал, нет, мужчина такого не скажет, переписывай. Он переписала, прислушивалась к мнению. Потому что мы видим часто только свою точку зрения. Мы думаем, что да, я белая, пушистая, боже мой, меня обидели, как же так? А на самом-то деле нужно... Сейчас мужчины, которые смотрят, просто припали к телевизору, о, она идеал. Я замужем. Вот так, друзья, разберись мечты. Но я смотрю, еще такая особенность. Некоторые, конечно, шаги равноценны по размеру, но вот есть, например, она, три странички, и потом скромно он, всего лишь чуть-чуть. Ну, то есть скромность здесь мужская есть, и все-таки мужчины кратко все. Мужчины краткие, мужчины сдержанные, мужчины скрывают это все за великой китайской стеной все свои эмоции, а женщины, да, склонны устраивать фейерверк, бурю эмоций в стакане. В целом, да, но иногда и мужчины тоже прорывают, рано или поздно все-таки находится момент, когда... Мне интересно по поводу женской линии. Использовала слова свои, все-таки такие вот словечки, скажем так, или все-таки это те героини, у которых брали брала историю? Вот там красавчик всяких, шеребцы, красавчик. Понимаете, вот мужчины, можно почитать и узнать, как женщины о нас говорят. Ты умеешь найти нужную страничку, вот, чтобы подколоть. Ну, были в основном слова, конечно. Местами есть четкие цитаты, которые я просто не могла оставить без внимания. Есть мои фразы, и как-то образ тоже собирался цельный, усредненный, который должен проявиться все-таки гармонично, не выскакивая за рамки. То есть девушка должна быть одной единой в этой книге, как и мужчина. Вот как-то все-все-все наслоилось. Теперь по поводу самой книги и издания. То, что наболело многим авторам, которые хотят издать, но, к сожалению, очень много денег. Потому что печатный вариант такой будет стоить очень дорого на сегодняшний день. И, по сути, это со своего кармана. Как сделать так, чтобы в интернете появилась эта книга, и еще можно на этом зарабатывать, оказывается? Оказывается, можно. У меня в пути написания книги были такие моменты. Меня не сдадут. Я буду писать в стол, и все. Потом наступил момент, прилетит вдруг волшебник, передаст мне чемодан с деньгами, скажет, ты только пиши, я все решу. Потом начались вопросы, все-таки я окунулась в реальность, думаю, так, нужно выяснить, что, как, куда. Волшебник не летит. Да, я много просмотрела, много прочитала. Моя проблема возникла в том, что у меня небольшой объем. То есть много издательств берут бесплатно публиковать книги, объем которых от 7-6 авторских листов. Это авторский лист, это 40 тысяч знаков. У меня всего 4 листа. То есть я не вхожу. Расписывать эту историю, растягивать на 3 тома, я просто была не в состоянии. Поэтому я обратилась к такому виду, как электронное издание, и оказалось, что это сделать абсолютно легко. Это есть сайты, которые можно сделать вообще все самостоятельно. Ты готовишь книгу, верстаешь ее, выбираешь обложку, все, она готова.
Я обратилась в мультимедийное издательство Старебинского. Они готовят дизайн, верстку, от меня только текст и все. Угу. Они размещают на нескольких сайтах и потом уже распространяется буквально через... То есть, по сути, это все на их плечи перекладывается, да? Ну, они не тратят, в принципе, ничего, и я тоже трачу только свои силы. И в целом за несколько недель, появившись на двух сайтах, книга распространилась уже гораздо шире, потому что вот буквально сегодня утром я зашла в интернете, в Гугле. Статистику? Да, посмотрела, где мне можно найти, оказывается, уже сайтов 15-20, которые... Ну, вот некоторые сайты тоже у нас есть скрины, могут сейчас увидеть наши телезрители, где можно прочитать эту книжку. Вот заскринили несколько сайтов. Как твое ощущение теперь, проснувшись звездой? Я не проснулась звездой, у меня был шок. Когда я впервые открыла один из сайтов и увидела, что все, она уже там, возникло такое, как, это же вот отсюда, и теперь оно там, теперь это могут все прочитать. Страшно, что скажут. Ну вот постепенно я начала давать читать людям, которые со мной почти не знакомы, и я слышу положительные отзывы, вот это как-то успокаивает. И стимулирует на следующую книгу или нет? Очень стимулирует. Меня стимулировало еще на середине, наверное, этого текста, я уже была готова к следующему. То есть я так теперь понимаю, 100 шагов навстречу, а теперь будет по песне Меладзе 100 шагов назад. Да, я передумала теперь назад. Нет, теперь будет что-то совершенно новое, другое. Ну ты же понимаешь, что я беру себе, да, это же почитать. Да, конечно. Я надеюсь, мне очень интересно, поэтому, что ты скажешь. Тому, друзі, у вас є також унікальна можливість, якщо у вас вже є написаний авторський екземпляр, зробити все, що це вичитати декільком друзям. Редагування сама робила? Чи Діла сама, у мене просто дуже багато друзів-філологів. Ну, це не сложно знайти. Просто пишете в строки «Іздати книгу» і... Вірите в себе, все. Ось так, друзі, все насправді дуже легко. Реальний приклад – це ось справжня людина із Миколаєва. Яка це змогла зробити? Шукайте цю книгу «100 шагів навстрічу», читайте в сльозах, чи не знаю, як там в кого, але впевнений, що в сльозах. Бо там є, окрім сотого кроку, ще й крок 0-0, де розв'язка повна, і я так розумію, що сльози текуть. Там загадка повна. У кожного свій фінал. Я сподіваюся, щоб ваш фінал був самим хорошим. Я теж на це сподіваюся. Дякую тобі за те, що сьогодні завітала до нашої студії. Нагадую ще раз, що в нас в студії людина, яка змогла це зробити, видати абсолютно без грошей свою книгу, і тепер кожен має можливість прочитати її, завантаживши в інтернеті. Олена Бондаренко в нас в гостях була, письменниця. Дякую тобі величезне. Тобі нових творчих звершень і чекаємо чергову книгу.